9 октября – особенный день для каждого жителя Кубани. 80 лет назад Краснодарский край в ходе кровопролитных боев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В парке имени Пушкина, станице Северской, у мемориального комплекса «Вечный огонь» и братской могилы 187 советских воинов, погибших при освобождении станицы, почтили память и подвиг многочисленных героев и более 50 тысяч мирных жителей Кубани, ставших безвинными жертвами гитлеровской армии. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Долгих лет жизни тем, кто жив. Низкий им поклон. Мы будем помнить и чтить их подвиг. Эти подвиги будем передавать нашим подрастающим поколениям, нашим детям, чтобы они знали, видели и помнили, какой дорогой ценой достался наш мир, наша свободная земля. Участники митинга возложили цветы к мемориалу в знак бесконечной благодарности за мир и свободу.